Исаев Олег Николаевич, майор Вооруженных сил Российской Федерации, участник Первой Чеченской войны и Герой России, штурман экипажа 368-го отдельного штурмового авиационного полка 4-й воздушной армии, родился 14 января 1964 года в Татарской АССР, удмурт по национальности. После окончания 8 классов поступает в Арское педагогическое училище на специальность учитель начальных классов. После окончания работал в Штуганской начальной школе Сабинского района. В 1980 году был призван в армию. Отслужил в городе Красноярск. Поступил в Борисоглебовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Василия Чкалова. В 1984 году Олег Николаевич его заканчивает. Служил в частях ВВС в Северокавказском военном округе, потом в Азербайджане, потом в Германии и Воронеже. С 1993 года Олег Николаевич начинает служить в 368-м отдельном штурмовом авиационном полку в городе Буденновск Ставропольского края, воинской части номер 115-80. У Олега Николаевича более 100 вылетов в Афганистан, в Чечню и в Таджикистан. С ноября 1994 года участник Первой Чеченской войны. Его самолетом был Су-25УБ. Совершил более 100 боевых вылетов, по другим данным 66. На счету Олега Николаевича уничтожено 3 танка, 15 единиц автомобильной боевой техники и 3 зенитные установки с расчетами. 4 апреля 1996 года, когда однополчанин майор Матвиенко катапультировался со сбитого самолета, Олег Николаевич прикрывал товарища, не давая подобраться противникам. Однажды Олег Николаевич попал под обстрел во время одного из вылетов, но несмотря на повреждения, он долетел до базы и приземлился, хоть и машина была серьезно повреждена. Он спас самолет. За это он получил именные часы министра обороны за верность воинскому делу и умелое управление боевой техникой. Во время боевого вылета 5 мая 1996 года вместе с командиром экипажа полковником Свиридовым были замечены скопления противника в Урус-Мартановском районе Чечни. Немедленно был нанесен ракетно-бомбовый удар. В ходе этого было уничтожено 2 БТРа, 2 автомашины и до 30 противников. Но штурмовик был сбит ракетой с ПЗРК. Экипаж погиб. От июня 1996 года за мужество и героизм майору Исаеву Олегу Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Также награжден медалями. Похоронен на Аллее Героев в Воронеже. В память о нем установлена мемориальная доска на здании школы в селе Средний Кушкет. Также в старом Кушкете установлен стенд-указатель. А в декабре 2013 года на здании Арского педагогического колледжа открыта мемориальная доска. Вечная память герою. Майору Исаеву. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро будут новые видео. До новых встреч!